Как-то я зашел в офис к сетевикам, ну и мы начали разговаривать про продвижение. И там я сказал такую вещь, что вот хочу YouTube канал получше раскрутить. А мне там сказали, нахрена тебе YouTube канал, он уже умирает. Вот Instagram, да, ты знаешь, что Instagram запустил? Я говорю, YouTube умирает, хрен там сдава. YouTube живее всех живее, и это Instagram отдыхает, несмотря на то, что он набирает популярность. Потому что в Инстаграме, я вам скажу честно, алгоритмы продвижения намного хуже, чем в Ютубе. И поверьте мне, я это говорю, потому что я веду все 4 социальные сети. И знаю, о чем я говорю. Я отслеживаю трафик, я отслеживаю все новинки, как они продвигаются. И, кстати, я хочу вас обрадовать, любители Инстаграма. А если вы сейчас не ведете YouTube канал, то вы теряете трафик, и теряете дополнительных клиентов и дополнительные деньги. И в этом видео я объясню, почему. Всех приветствую, друзья, с вами на связи Фокин Евгений. Тот, кто меня не знает, я интернет-предприниматель и немножко ютубер. Кстати, я не ношу пиджаков и не создаю успешный успех. Я такой, какой и есть. И делюсь только конкретными фактами и конкретно своим опытом. А он уже насчитывает более 5 работ онлайн. Смотрите, я веду 4 социальные сети, да, ФБ, ВК, Инстаграм и Ютуб. Я отслеживаю всю систему, там я уже сказал. Смотрите, если сравним, почему я вообще считаю YouTube лучшей вообще площадкой для старта и для бизнеса? Потому что в YouTube очень интересно работают алгоритмы. Первое, что хочу сказать, в YouTube до сих пор можно раскрутиться бесплатно, не вкладывая ни копейки. Ни копейки. У меня есть пример. Я веду один YouTube канал, у нас там за 1,5 года почти 10 тысяч подписчиков. Мы ни разу не заказывали таргет и коллаборацию у блогеров. Далее, другие социальные сети невозможно, особенно Instagram, без коллаборации, без рекламы раскрутить. Второй момент. У меня вот люди часто спрашивают, да, которые ведут другие социальные сети, как набрать свою целевую аудиторию. Опять же, в YouTube устроены так алгоритмы, что люди сами делают запрос в поисковике и именно ищут то, что им нужно. То есть ищут по своей тематике свои целевые видео. И также помимо поисковика в YouTube есть хорошие алгоритмы, это похожие видео, которые подбираются на основании ваших интересов. То есть YouTube помогает вам собрать именно вашу целевую аудиторию, причем он это может делать бесплатно. Чувствуете, да, разницу? Попробуйте-ка, раскрутитесь-ка бесплатно в Инстаграме. Хрен там сдала. Или в другой, любой социальной сети. Без заказа рекламы. Далее, какой еще хотел сказать плюс в Ютубе? Очень важная фишка. Ютуб – это бесконечный целевой трафик. Приведу вам пример. У меня есть видео 2-летней давности. Даже какого уже? 3-летней давности. Она все набирает и набирает просмотры. Ютуб его все продвигает и продвигает. А у меня в этом видео есть призыв на консультацию. И это видео постоянно мне продает и продает консультации, и приносит мне клиентов. Я уже на десятки, а может быть уже и на 100 тысяч продал консультации за 3 года только на вот этих видео, которые давно были загружены. Потому что то, что я там говорю, актуально. И если это актуально, если это смотрит, YouTube это будет продвигать бесконечно. Даже 5-летней давности видео YouTube продвигает. Обратите на это внимание. Ну а теперь давайте зададимся вопросом. Ваше видео 2-летней давности в Инстаграме, пост, там, ВК, он принесет вам клиентов? Вообще кто-нибудь будет смотреть? И уже, наверное, месячной давности или недельной давности ваши посты уже нафиг никому не нужны, они в жопе, никто их смотреть или листать не будет. А у YouTube вот такие вот интересные алгоритмы. Делайте вывод. И самое интересное, если вы до сих пор не ведете YouTube канал, я вас, кстати, поздравляю, вы теряете трафик и вы теряете партнеров. Объясняю почему. Потому что YouTube это вторая поисковая система в мире. Google это первая. Обратите внимание, что YouTube это детище Google, и Google будет пиарить YouTube. Если вы забиваете любой вопрос, запрос в Google и нажимаете «Показать видеозаписи», вы хоть одно видео с ВК, с Инстаграма, с Фейсбука найдете? Нет, там в основном видео YouTube. Обратите внимание, что в поисковиках при вводе запроса и вводе раздела видео, там одни видео только с YouTube в основном. А это означает, что вы получаете дополнительный трафик из поисковика YouTube. Если ваши видео хорошо засели, вы будете бесконечно получать с поисковика YouTube трафик. И еще из поисковика Google. А еще, если вы обратите внимание, вы можете ввести запросы в Яндексе. И вы посмотрите, что Яндекс тоже продвигает именно YouTube видео, а не Instagram видео. Получил 1146 дополнительных просмотров из поисковиков Яндекса и Гугла. Поэтому, ребят, делайте выводы, что лучше, Инстаграм или Ютуб, или что лучше в плане видео, а ВК или там Фейсбук.
Поэтому вы теряете трафик, поэтому немедленно создавайте YouTube каналы и немедленно начинайте их вести. Ну а на этом я буду заканчивать свое видео. Если оно понравилось, ставь лайк. Если я прогнал лабуду, ставь дизлайк. Ну и не забывай, конечно же, подписаться на мой YouTube канал и нажимать колокольчик, чтобы не пропустить очередные полезные видео. Ну и также, если ты считаешь, что это крутое видео, поделись с друзьями. Ну а если у тебя есть какие-то вопросы по YouTube, приходи ко мне на консультации, готов помочь тебе. Возможно, нужно настроить YouTube канал, возможно, и нужно вести YouTube канал или сделать аудит. Поэтому пишите. Ну а с вами на связи был Фокин Евгений. Всем пока, увидимся на просторах интернета.